Чему снятся ягоды во сне? Давайте посмотрим. Ягоды чаще всего снятся к слезам, к ссорам. Это эмоциональные события, чувственные события. И поэтому мы их толкуем больше в эмоциональной сфере. Ну, как всякая ягода, это клад витаминов. Поэтому любая ситуация будет для сновидца полезной. Мы знаем, что опыт есть опыт. Это самое ценное, что может быть в нашей жизни. Или негативный, или позитивный опыт. Мы это даем оценку сами. И поэтому вот здесь вот у нас опыт, который мы накапливаем при помощи вот этих эмоций, он идет ценный. Потому что любая ягода у нас является ценной. Собирать ягоды – это событие, которое только-только формируется. И поэтому вы можете избежать этих событий. Поэтому это как предупреждение. Поэтому, но, тем не менее, если вы собираете эти события, вы собираете ягоды, значит, это вы способствуете, чтобы эти события могли проявиться. Позитивные, негативные мы смотрим по дополнительным символам. Это может быть вкусные, невкусные ягоды, зрелые, незрелые, кислые, горькие, сладкие. Поэтому тут вот идет позитив, негатив. Мы смотрим именно какие ягоды вкусовые, внешний вид и так далее. Поэтому, если события, вы едите уже эти ягоды, то события уже пришли к вам и вот-вот проявятся. Здесь опять мы смотрим позитивный, негативный результат. Если собирали другие люди, много людей собирали, это, может быть, идут социальные какие-то программы, социальные события. Поэтому любой символ во сне является, будем говорить, как бы дополнительно к этому ягоду. Если вы видите ягоды, это контакт энергетический с этими событиями. Его еще тоже можно избежать, хотя он уже поближе. Или можно подстраховаться от каких-то событий. Могут быть, они, эти события, только вас немного-немного заденут. Надо смотреть, какой вид ягоды. Рябина. Рябина, она горьковатая, она вяжущая. Поэтому рябина, как правило, и красный цвет здесь, оранжевый цвет, он как бы идет предупреждающий. Как любой, например, красный цвет. Красный цвет показывает, что есть опасность. Поэтому разочарование в том или в каких-то, в чем-то или в ком-то могут оставить горькие воспоминания. Малина. При дополнительных символах может указывать на позитивный отрезок в жизни. Почему? Потому что есть такое выражение, не жизнь, а малина наступила. То есть это хорошее. Особенно если она собрана и красиво лежит на столе в блюде. Блюдо должно быть круглым. Если блюдо квадратное, то это уже такое толкование идет как конфликтным, к разборкам в семье, к слезам. Потому что малина домашняя ягода. А вот лесная ягода – это слезы и ссоры, связанные с социальными ситуациями. Может быть, или информация, которая даст негативный акцент. Или позитивный акцент. Опять смотрим. Клюква. Клюква – ягода, смотрите, кислая. Поэтому толкуем ее больше на негатив, чем на позитив. Но она и же целебная. Поэтому ситуации, которые будут происходить с человеком, они будут, знаете, не было бы худо, вернее, добра да худо помогло. Вот именно в этом направлении мы толкуем сон. Считается она и лесной ягодой. Поэтому если приснилась эта ягода, то толкуем в сфере общественной или коллективной жизни. Например, могут выйти государственные какие-то законы, от которых у всех пойдет негативная реакция. Знаете, вот от ягоды, от кислого челюсти сводит. Но, возможно, эти законы могут оздоровить нашу экономику. И это временная мера. Черника. Ягода черного цвета. Лесная. Поэтому толкуем на негатив. Здесь тоже, если лесная ягода, больше идет информация, которая связана с большим коллективом людей. Ну вот, например, сон женщины. Она собирала в лесу чернику с коллегой по работе. Поэтому коллега по работе толкуем в рабочей сфере. Ну что появилось? Через неделю их предприятия объявили банкротом. Клубника – это домашняя ягода. Можно толковать ее как на позитив, так и на негатив, в зависимости от дополнительных символов. Земляника – лесная ягода. Вот смотрите, как мы лесная, домашняя. Значит, привязываем к общей социальной сфере землянику. Это может быть информация, которая пройдет по телевизору, газетам, интернету, затронет очень много людей. Это не только законы и правила, но и события, которые могут порадовать или заставить плакать многих людей. И опять же, дополнительные символы – позитив, негатив. Например, недозрелые ягоды могут указывать на непродуманные, недоработанные законы и правила в социуме. Красиво, хорошо пахнущие ягоды, законы вышли вовремя, и они будут работать на радость людям. Черные ягоды могут указывать на печаль, которая сопровождать будет слезы. Это может быть к трауру, депрессии, горю.
предательству. Незрелые ягоды могут указывать на события, которые еще только должны проявиться. Если их, они уже сорваны, значит, эти события вы обогнали карму, значит, эти события не проявятся. Если они еще на кусту, значит, события могут дальше развиваться. Мелкие ягоды к мелким неприятностям, так и толкуем, или к мелкой радости, в зависимости от дополнительных символов. Крупные толкуются то же самое, только будут крупные неприятности или радость. Красные ягоды указывают на кратковременное расстройство или предостережение, которое можно избежать, потому что красный цвет бывает опасности. Бывает красный цвет и красивый. Опять дополнительные какие-то символы смотрим. А домашняя ягода связана с домом в основном. Вот, ну, вот смотрите, сон женщины, она видит рядом с туалетом созрело много красной клубники. Могли бы и на позитив расшифровать. Но смотрим, что происходит в женщине. Туалет. Туалет это связан, будем говорить, может, с деньгами, может, с какой-то информацией. В этот день она сильно поругалась с мужем из-за того, что он недостаточно зарабатывает. Чем большее количество ягод собрано вместе, тем активнее будут происходить события.